Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий посетил с рабочим визитом Амурский район. Более подробно смотрите в следующем материале. Игорь Иванович Чесницкий в рамках рабочей поездки в Амурский район посетил город Амурск. В рамках поездки запланировано посещение социальных учреждений, а также встреча с населением, которая была организована в Доме молодежи. Это обычная плановая поездка. Я каждый год и неоднократно посещаю ваш район Амурский. Вот в этот раз именно в Амурске. Работал сегодня в Центре социальной поддержки населения. Был в гостях у ПТП. Там собрался коллектив, руководство. Мы обсуждали перспективы этого предприятия, проблемы. Еще встречался с руководством района и вашего города. Тоже говорили о многих вещах, в том числе и о благоустройстве, о том большом количестве мусора, который все-таки в совсем неположенных местах находится, вы знаете, и это огорчает. Это огорчает. Мне бы хотелось, конечно, чтобы наши жители везде, в Хабаровском крае и в Амурске, в полной мере право на достойную экологию, на благоприятные условия жизни, чтобы это право соблюдалось. Вот оно не до конца. И иногда мы сами в этом виноваты, иногда недостаточно качественно работает власть, местная в том числе, для того, чтобы эту чистоту и порядок поддерживать. Не один раз в год на субботнике, а каждый день 365 раз. Завершился рабочий день проведением приема граждан, в котором участвовали по приглашению уполномоченного представители здравоохранения, социальной защиты населения, прокуратуры и органов внутренних дел, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, а также администрации города. Жители районного центра беспокоят те же проблемы, что и население других поселений района. Это медицинское обслуживание, тарифы на услуги ЖКХ, транспортное сообщение и другие. Я всегда приглашаю много чиновников самых разных ведомств для того, чтобы можно было помочь человеку как можно более оперативно. Ну, либо получить информацию из первых рук прямо сейчас. Безусловно, мы стараемся, я аппарат мой рабочий, состоящий из юристов, проделываем по каждому, потом вот, по каждой жалобе, по каждому обращению большую работу. Но это не только решение конкретных там, проблем, конкретных лиц, но и общие вопросы, которые интересуют население. И я их всегда адресую и в адрес губернатора, обращаюсь и депутатам Законодательной Думы, и нашим депутатам в Москве, в Государственной Думе, в Совете Федерации, сенатор, для того, чтобы в целом можно было те или иные вопросы исправлять. В некоторых случаях это получается, в некоторых вопрос решить невозможно сейчас, некоторые, вот как сегодня я говорю, этот мусор пресловутый, чаще всего ничего не требуется. Требуется желание, политическая воля и порядок, дисциплина. Вот она должна быть повсеместна, и тогда будем гордиться, наверное, а не стесняться. Информация, полученная в ходе поездки уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае Игоря Чесницкого в Амурский район, будет проанализирована и обобщена. Ряд обращений оформлены письменно. Вопросы, требующие вмешательства уполномоченного, приняты к дальнейшему рассмотрению. Евгения Дудко, Олег Кузьмичев, телеканал Амурск.